более 100 физиков и программистов решили проверить свои знания в области компьютерной безопасности. 16 команд искали и анализировали скрытую информацию в мероприятии Capture the Flag, организованном физико-техническим институтом. Впервые соревнования по захвату флага в Крымском федеральном университете прошли в 2016 году. Хочу сказать, что это вообще одна из самых интересных игр в области информационной безопасности. В нее играет десятки тысяч людей по России, проводятся крупные форумы. В 2019 году география участников расширилась. Ими стали студенты от Севастополя до Волгограда. У Никиты из Волгограда богатый опыт игры в CTF. Никита, скажи, пожалуйста, ты впервые в Крыму, что ожидаешь от крымского CTF? В первую очередь интересных тасков, необычных заданий, каких-то сложных. Главная цель соревнований – это совершенствование подготовки кадров по информационной безопасности. Я надеюсь, что они точно поддержат все российское производство и экономику не только тем, что будут защищать наши сети и цифровые данные, ну и тем, что они предложат новые технологии. В рамках соревнований участники посетили лекции и мастер-классы, прошедшие на точке кипения Крымского федерального университета. Всероссийские межвузовские соревнования по защите информации Крымея CTF проходят 2 дня. Первый соревнуются студенты высших учебных заведений, во второй – учащиеся школ и колледжей. Антон Бизик, Евгений Ильющенко, пресс-служба Крымского федерального университета.